Здравствуйте, друзья, меня зовут Саша, вы на канале Князь, и да, я никуда не пропал, я жив, и ну, многие из вас даже могли видеть стрим. Кстати, сегодня будет вечером стрим, будем играть Call of Duty War Mode, надеюсь, будет весело, буду играть, надеюсь, не один, но вы сейчас можете взять, усесться поудобнее, не забыть про свои пельмени, все будет хорошо. Прорвемся, просто поставь свой княжеский лайк, проверь, как у тебя работает колокольчик, и мы погнали. Что же мы будем сегодня делать? Честное слово, хер его знает. Вообще, как бы, мне нужно ворваться, понимаете? Я, грубо говоря, 3 дня, может даже 4, по сути, отсутствовал на ютубе, отсутствовал нормально в игре. И мне надо вообще понять, что происходит. Плюс я хочу все-таки закончить некоторые действия с моей мисс магией. Да, как вы помните, кто смотрел видос, там все печально. Ну и сейчас посмотрим вообще, что нынче за халяву дают, а? Ну что нынче за халяву дают? Ничего не дают за халяву, ребят. Ничего. Добыча пирата. Вот, бесплатная попытка, но добыча пирата. Знаете, это когда-то была одна из самых крутых акций, ради которой я копил самоцветы, а сейчас она превратилась в откровеннейшее говно. Ну просто, типа, ну, камон. Сумка огнекрыла. Причем, смотри, они настолько обленились, им настолько похер. Понимаете? Им настолько похер. Что они просто здесь одну сумку первого уровня всунули? А, нет, это огнекрыл, а это зефирик. А, это я просто в глаза пельмени ем. Вот, не суть, окей. Но награды, вы видите, что они абсолютно тупорылые. Какой смысл от этой акции? Также, грубо говоря, непонятен. Какой человек в трезвом уме и здравии будет тратить самоцветы, грубо говоря, на эту залупу? Если бы еще это было там, ну, по 20 самоцветов, возможно, возможно, да. Дальше, парящий остров, ну, как обычно, получили херь. Ну, тут вроде ничего не поменялось, да? Мне, кстати, надо быстрее уже дороливать механоид Альфа, а то если его отсюда уберут, будет, конечно, ну, лично мне очень грустно. О, у нас тут даже, понимаешь, у нас тут даже несколько попыток, и они как бы, окей. Просто, я не знаю, я себе, ребят, ни в чем не буду отказывать. Фонтан желаний, наверное, не работает. Ну, тоже напихали тут говно. Типа, зачем здесь фонтан желаний, если он закрыт? Зачем здесь сокровищница бога грома, если она закрыта? Просто бардак. Всем пофиг. Всем просто на все пофиг. Так, подарки тут. Вот, огни большого замка. Ну вот, ну... Мы, конечно же, зажгем. Ну, окей. Да, то есть, ну и пофигу. Дальше, таланты, вот, фонарики желаний, вот, это еще более-менее интересно. А, так, что же я пожелаю на этом аккаунте? 1500 камней. Ну, я не знаю, есть вообще человек, который пожелал что-то другое? Ну, типа, это супер глупо. Так, здесь мы набрали всяких ништяков, они у нас... такое. Теперь переходим на Веслоухова. Там будет немножко, наверное, поинтереснее. Хотя абсолютно такая же херобора. О, но там я хочу закончить дело с магией. У нас там, понимаете, хватит. Да? Разборочки. Вообще, по идее, это видео ни о чем на самом деле. Оно как бы ни о чем. Оно для тех, кто соскучился по моей страшной роже. Вот, и решил, и соскучился по моему отвратительному голосу. Но, тем не менее, пройдемся по халяве. Я, знаете, наверное, так и назову. Халява! Халява, приди. Ну, парящий остров, давай. Опа. Что у нас тут? О, у нас тут 45 попыток. Ну-ка. Давай, механоида Альфа. О, 10! 20 осколков, да, механоида Альфа? Ой, слушай, я вот как бы сейчас паролил. Больше, чем... Ой, слушай, вообще шикарно паролил. Даже два осколка... Даже, смотрите, даже два осколка бесполезного героя выбил. Вы себе можете это представить? Но я, походу, 20 осколков механоида Альфа забрал. И что самое главное, вот эти вот камушки. Три. Понимаете, когда у тебя побольше, чем одна попытка
этой фигни, это куда удачнее все становится, да, потому что когда это первая одна бесплатная попытка, ну там 2-3 позиции в лучшем случае упадут, и то бесполезные. Потому как бы вроде это и бесплатная попытка, но с другой стороны это просто, понимаете, иллюзия. Иллюзия того, что вы участвуете в каком-то рандомайзере, вы можете на халяву получить оттуда-то крутую какую-то награду. Я, конечно, возможно, не прав, может быть, я снова начинаю верить во всевозможные заговоры, но, ребята, а что делать? Ну, скажите, а что делать? Так, оп, дальше. Что хотелось бы отметить? Смотри, ваши подарки. Ой, тут у меня тут всякая фигня. А, слушай, а давай я возьму это все и открою. У нас тут еще, понимаешь, у нас тут еще награда с этой, как ее, с Нарси. Я так и не записал видео по поводу Нарси, хотя как бы его бы никто и не посмотрел, то когда просто в названии говоришь что-то связанное с Нарси, то сразу будь уверен, твое видео будет нужно только тебе, и все. И как бы, и все. Понимаете, давайте я тут, раз у нас, знаете, ну до этого момента досмотрели, наверное, люди, которые и на стримы все время приходят, и ну, люди такие, ну, короче, свои, да, потому я, с вашего позволения, тут позволю себе закурить даже глоту темного пива, но, ребят, пить, курить вредно, вот, будете так делать, превратитесь в такого же деграданта, как и я. Так, окей, открываем потихонечку все это дело. Ну, остались мы с тобой вдвоем. Ну что, я думаю, все уже ушли, но никто не досмотрел. В принципе, я могу ковыряться в носу, письки свои потрясти перед экраном. Понимаете, сейчас на этом моменте видео настолько никто не смотрит, что я могу реально, знаете, что тут у нас? А, это седьмые. Я могу реально тут болтать своим причиндалом, и как бы никто даже жалобу на мой причиндал не кинет в YouTube, потому что никто не досмотрит до этого момента, понимаете? А? Я вам рассказал секретный рецепт того, как можно своим причиндалом трясти в видосах на YouTube. Так, тут у нас уже восьмерки, но здесь тоже у нас маскировку хер ты... Да, здесь ее вообще как бы в списке нет, тоже странно. Так, это мы набор почтения. Почтение прям, я не знаю, от души обмазываться будут. Таким почтением можно просто только обмазываться. Все, больше ничего. Окей, здесь вот эти вот нужные штучки. Хотя там они у меня копятся, все равно у меня, ну, сила. Как бы, я уже докачал до уровня своей силы и титула, а дальше все. Дальше только силу качать. Это куда сложнее, чем добывать вот эти вот значки, да? Так, ну, питомцы. Ну, давайте их откроем. Я с вами поговорю, расскажу вам примерно. Пример. Ну, к примеру, расскажу вам о том, что я сегодня был на шашлыке. С семьей. Ездили на природу, на берегу речки. Были мы на шашлыке. Вот. Даже, прикинь, даже сегодня дрон запустил, там попытался его как-то по-быстрому зарядить, он не обновленный, там просил, чтобы я его обновил, при этом он не обновлялся, и запустил дрон, и он как бы решил улететь куда-то по своим делам, и у меня не получалось его, скажем, ну то есть он потерял, ну не как бы связь. Ну, то есть он перестал слушаться пульта. Я реально пересрал, думал, ну все. Ну, как бы все. Имперский сундук. Смотрите, это имперский сундук 4, это имперский сундук 5. Что отсюда может упасть? Угу. Вот мне нужны вот эти вот камушки. Сейчас я их выбью, смотри. Изи. А, тут сразу все и падает. Я думал, там просто, ну, какой-то вот вариант, да? Так, что это? И, блин, главная награда 8-го уровня эмблемы. Ну, камон. Это, я так понимаю, это приз за первое место в Нарсе. Просто фигня, по сути. Ну, здесь хорошо еще эти камни. Камни. Так, самоцветы. 3000.
просто логику порой, конечно, я не понимаю, да. Ну, типа, с одной стороны, те, кто участвует в Нарсии, ну, те, кто там реально рубится, им абсолютно плевать, я думаю, на эти награды. Но, тем не менее, ну, грубо говоря, даже за первое место, ну, не так, чтобы... Ну, что-то дали, но не так, чтобы у меня вообще что-то, грубо говоря, зачесалось от этого. Сколько у меня этих сейчас? О, у меня 16, я уже могу что-то кого-то как-то качнуть. И я могу качнуть, знаете, кого? Определенно мисс магию. Только у меня проблема заключается в том, что у меня нету этих синих кристаллов. Качнуть-то я качну, но недолго. Вот. У меня вообще... А, ну, смотри, вот это могу. Давай попродаем это 640, а здесь, если продать... О, грубо говоря, они у меня появились. Я могу дальше гнать силу. Ёлки-палки. Ладно, давай, судьба. Повторок у нас, конечно, нету, но у нас есть эти камушки. И у нас, бац, это будет какой? 14 умение, да? Смотри. Идем. Ну, да, проблема в этих камнях. Проблема в этих камнях, даже проблема не в судьбе, а именно в этих камнях. То есть на 15 умение я ее качнуть все равно не смогу. Их нужно 12. У меня даже, смотри, у меня золотых хватает камней. Но этих не хватает. Ладно, подожди. Еще не все. У нас же есть теперь 10 тысяч самоцветов. И мы теперь и можем паролить созвездие. Сами понимаете? Ну, давай попробуем. Так. Это мы... Так, все, у нас замочки стоят. Давайте, пожелайте мне удачи. Давай сразу скидку возьму. Ну, а что? А, скидки нету, ну и слава богу. Взял бы скидку, по-любому бы ничего, грубо говоря, не выбил бы. Так, судьба. Снаряжение. Созвездие. Давай, погнали. Так, мимо. Мимо. Ну, у нас есть несколько попыток поймать пятый уклон. Мимо. Мимо. Но я и не удивлюсь, если мы как бы за 10 тысяч самов этот сраный один пятый уклон не поймаем. Давай, мимо. Четвертый, мимо. Мимо. Блять, я уже обрадовался, это четвертый уклон упал. Сука. Мимо. Мимо. Точность пятая упала, а уклон, ну а зачем уклону падать, а? Еще раз точность пятая упала, да? То есть два раза уже за короткий период, но... как бы, а уклону пофигу. То есть у меня 3000 самоцветов осталось, точнее уже 2000. А ему пофиг. Еще раз точность пятая упала. Просто... Просто... Воу, вот это я понимаю рандом, пацаны. Вот это... Ну, не зря видео записывал, понимаете? Просто, ну, как бы, ну, не зря, ну, нормально все. 10 тысяч просто. 10 тысяч самоцветов. А просто в трубу. 10 тысяч самоцветов. Я, если честно, честно скажу. Я в шоке. Это если выражаться культурным, необсцентным лексиконом. Вот. Если использовать необсцентный лексикон. Ну что я могу... А, знаете, я что-то еще халяву не забрал. Ну давайте, господи. Добыча пирата. О, да, бесплатная попытка. Что ж... О, яйцо. Господи, IGG, что ж вы со мной делаете, родненькие? Я ж тут просто сейчас... не знаю, огни большого замка. Что я тут могу зажечь, да? Давай, зажигаем. Ой, спасибо, я прям не могу. Так, ладно, зажгли. Окей, выходим отсюда нафиг. Дальше, фонарики желаний куда интересней. Там ковыряться не надо, пожелать, я сказал, так. Ну и, соответственно, вот эту вот штуку желаем. И мне хочется посмотреть, сколько у меня накопилось ее вообще. Сколько... У меня ее накопилось. Так.
где-то 3000, друзья. 3000. Неплохо. Неплохо. Это значит, можно взять и немножечко долбануть нашего друга. Знаете, под каким названием? Под названием Мастер Рун. Воспламенение. Авто. Давай. Сейчас у меня количество книжек уменьшится. Слушай, вообще, это может быть очень долго. Так, у меня 14 уровень прорыва был, да? Сейчас долбанем. Ба-бам! 22 уровень прорыва. Просто изи. Изи-пизи. 8 уровней прорыва накинули. И у нас теперь мастер рун хотя бы уже 22 прорыва. У нас лям 88 тысяч силы. Я думаю, что на этом все. На следующем стриме по битве замков будем добивать, короче, судьбу. Ребята, не забываем подписываться на телеграм-канал. Я с некой периодичностью, иногда я на него забиваю, да, и публикую там просто оповещения о стримах и видосах. Иногда я там что-нибудь из своей жизни выкладываю. Так что, если что, ссылка будет в описании. Сейчас стрим по вармоду жду, а в субботу жду уже стрим по... фан-стрим, но мы будем смотреть запуск ракеты Илона Маска. Я думаю, что на этом все. Всем удачи и пока.